Современный дядя Степа. В Иванове полицейские и общественники подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса детского творчества, посвященного 300-летию российской полиции. Участники – дети от 6 до 14 лет. Представлены индивидуальные и коллективные работы. Всего на суд жюри поступило около 100 поделок. Ребята сделали полицейских из бисера, картона, пластилина и даже монтажной пены. Лучшей признана работа коллектива детского сада номер 22 под названием «Моя полиция меня бережет». Мы долго-долго делали эту работу из теста. Мы долго ее запекали, раскрасили. И это очень долго было. Очень-очень.